чудесную историю расскажу я вам. В одном старинном доме был найден чемодан с блестящими замочками и даже не пустой. А что же в чемоданчике? Ты крышку приоткрой. Там живут жираф и мышка, кот и пес и серый мишка, утка белая, овечка, два веселых человечка. В чемодане целый мир, есть даже сливочный пломбир. Для мальчиков и девочек, для бабушек и дедушек, для всех на свете папа и мам. Историю расскажет старинный чемодан. Здравствуйте, дорогие друзья! Как я соскучилась по вам! Вижу, и вы соскучились по нашим сказкам. Сегодня чемодан был очень легким, но таким разговорчивым. Может, это? Нет, цвет не тот. Или это? О, длина не та. Да кто же там? Ой, сейчас же закрой! Я не готова! Да выходи уже! Привет, Таня! Привет, мышка! Меня зовут Муся Мыскина, а ты модная! Спасибо, ты тоже милая! Этот цветочек тебе в подарок! Спасибо, так красиво! Придумаешь про меня сказку? Конечно, придумаю! Каждое лето на полях созревают колосья, пшеницу и рожь везут в зернохранилище, потом на мельницу, и потом из муки делают хлеб. Моя норка как раз была рядом с зернохранилищем. Но однажды мышка попала в мешок с зерном и уехала в далекую страну. Там ее привлекли витрины красивых магазинов. Она накупила друзьям всяких безделушек, бусы, колечки, шарфики. А когда она вернулась в родные края, то сразу пошла на скотный двор. Всем привет! А что это такие ненарядные? Как-то у вас тут все серо. А нам нравится. Смотрите, сколько я вам подарков привезла! Целый чемодан! Берите, разбирайте и становитесь нарядными и красивыми! Это занятие оказалось таким увлекательным! Прошел час! Кря-кря, это вроде как и не я. А где мои рожки? Ку-ка-ре-ку! Это я или не я? И зачем это мне? Потом второй, потом третий. На улице стало уже темнеть. А вот тебе, Хрю, я ничего не привезла. Ничего, я тебя разрисую, чтобы ты был красивый. Нет, я не зебра и не жираф. И вообще, каждому при рождении дается своя одежда для удобства и красоты. Перья для меня, кря-кря. Рога бычку. Шерстку мне, Мяу! Что за шум такой? Петух? Почему отбойник укорекал? Ночь на носу! Ох ты! Пропустил! Первый раз в жизни! Пропустил! Так, что тут вообще происходит? А сколько времени-то, кря-кря? Вечер, говорю, спать пора!
Вечер? А я обедом детей не покормила. Они же на пруду до сих пор плавают. Вечер? Ой, а я не успела связать носки для хозяйского внучка. О, Хрю, как вечер? Я пропустил, я что-то пропустил. Ха-ха, ты пропустил обед и ужин. О, нет, моя еда. Вечер – это хорошо, меньше мух. Но куда делось время? Зверята и вправду не заметили, как прошло 3 часа. Мяу! А ты кто такая? Муся Мышкина. Кто? Муся Мышкина. И что ты здесь делаешь? Красоте учу, подарки раздаю. Муся поняла, что надо спасаться бегством, и она спряталась за деревом. Таня, кот ушел? Да, Муся, но сказка-то закончилась. Получается, что это я отняла столько полезного времени, и все жители фермы из-за меня не смогли сделать свои важные дела? Да, Муся, да и красоты ты мне прибавила. Очень хорошо, что ты это поняла. А нам пора прощаться с нашими маленькими зрителями. О чем же эта история, друзья? Время – очень ценный дар, и расходовать его надо бережно. Красота не в нарядах, в украшениях, а в наших добрых делах и поступках. До скорых встреч, дорогие друзья! Ангелы-хранители! В моем чемоданчике сказки и песни, веселые басни, хорошие вести в шумной столице и в сельской тиши. Для вашего дома и вашей души найдется полезное, доброе слово, и счастье вернется к вам снова.